Вот так и выглядит редактор планет. Всем привет! Сегодня мы будем экспериментировать с редактором планет. На самом деле этот редактор был вырезан из игры, но есть мод, который его возвращает. Я не рекомендую устанавливать этот мод, потому что потом могут быть беды с игрой, но если вас это не пугает, то ссылка на мод есть в описании. Чтобы открыть этот редактор, нужно отплыть далеко от берега. Теперь мы можем редактировать планету. Для этого нажимаем самую верхнюю кнопку и кликаем по любому месту на планете. Открывается такое окно. В нем мы можем выбрать объект, который мы хотим поставить. После выбора объекта кликаем на то место, где мы хотим его поставить. К сожалению, здесь ничего не понятно. Все, что мы можем, это выбирать объект и ставить его в какое-нибудь место. Кстати, это монстр с гнездом. Обычное явление. Здесь просто существа с гнездами, больше тут ни на что смотреть. Идем дальше. Кстати, гнезда можно размещать даже под водой. Сидя в этом редакторе, я наткнулся на штуку, которая выравнивает землю. Недолго думая, я решил построить мост. Вот такой мост у меня получился. Дальше идут скалы. Здесь уже поинтереснее. Пляжный мяч. Интересная скала. А это огромная ветка. Статуя. Яйцо, еще даже горячее, обладающее уникальным целебным свойством. Скала. Монолит. Еще метеорит. Булыжник какой-то. Какой-то непонятный камень. Дальше идут фрукты. Они все одинаковые. Теперь идет точка переселения. Мне кажется, что туда, куда я кликнул, потом переселятся наши существа. Еще в этом редакторе можно поставить отшельника, гнездо дружелюбных существ и гнездо враждебных существ. Я бы еще много всего показал, но спор все время вылетает. Спасибо за просмотр.